Привет. Привет. Что делаете? Ничего. Ничего? Рассвет какой, да? Это не рассвет. Нет, это рассвет. Вообще дождик идет, и небо все вот такое над нами. Вот так вот. Да нет, какое-то темно-серое. Обогнали меня так лихо. В населенном пункте. Скажи, куда ты идешь? Вот туда. Друзья, привет всем! Всем мирного неба над головой, хорошей погоды в доме. Я зашел в этот домик перед управкой, сейчас побегу управляться. Здесь что у нас? В общем, я вчера разговаривал с людьми, которые занимаются стройкой. Говорю, что может быть, что такое, что не так. Вот. В общем, лишнее. Получается, наверное, и погода тоже играет свою роль, потому что сыро, стены сохнут медленно. Вот, стена не впитывает лишнюю влагу. То есть, когда вот я бросаю штукатурку, бетон вот этот должен впитать влагу, и прилипнуть должна эта штукатурка. Вот, она сползает. Мне посоветовали как бы набросать так тоненьким слоем. То есть первый слой надо набросать тоненько-тоненько вообще, чтобы такое потом, ну, чтобы вот такая получилась вот рельефность, как здесь. И потом уже дальше оно пойдет веселее. Вот я, честно, я уже, мне эта комнатка надоела. Сейчас посмотрю, если нечем будет заняться больше, то займусь этой комнаткой. Если найдут занятие другое, ну, может, немножко все-таки позанимаюсь. Вот этот маячок пристыл хорошо к бетону. Сейчас можно натянуть вот так вот веревочку и поставить еще. Вот здесь, я думаю, маячок поставить и там тоже на раствор. Вот, замечательно держится. Хотя бы раз надо, я думаю, замесить. Один замес есть, куда у меня выбросить. На эту стенку чуть-чуть. В общем, получается, здесь надо символически так вот чуть ли не побрызгать, чтобы оно потом приставало лучше. У нас, друзья, море воронья. Вот, видите, да? Сколько их взлетело. Я их в окно немного заснял. Просто очень много ворон. То есть, я думаю, они же разносчиками являются, вот этих болезней. Вороны, голуби, воробьи. На улице он то же самое. Во-во-во-во-во. Сколько ворон. Сейчас вам тыкву принесу.
Что вы? Хоть утки не болеют. Когда-то, друзья, я очень любил читать. Вот, помню, было время, когда у нас были телевизоры сломаны. Было, по-моему, 4 телевизора, ни один не работал. Но это еще в школе учился. Вот, я подсел очень сильно, там, Беляева читал, Булгакова, там еще кучу всяких, Станислав Лем. Такие вот фантастические всякие любил рассказы. Потом был промежуток времени, когда я работал на сутки, заступал на сутки, смена была сутки. И тоже читал по ночам. Но там надо было за приборами следить там в основном. Кукурузу, кстати, вчера ветром сдуло. Я что-то даже не увидел. Ну, я не брал вчера кукурузу, козам сено давал. Кукуруза тоже поваляла, но сейчас немножко поправлю, отнесу козам. Вспоминаю, друзья, была такая вот роман-газета, когда-то выписывал отец роман-газету, читал, она стопками лежала, и мы ее потихоньку там то печь растапливали, да, поджигали еще куда-нибудь там, вот, и я что-то вот было, книжки все почитал уже, думаю, роман-газета что-нибудь почитаю. Ну, для меня само слово роман, оно как-то звучало не очень. И был роман «Семен Гордый», «Симеон Гордый», автор Дмитрий Балашов, вот такой вот, помню. Знаете, я вот его прочитал и в конце спрятался, чтобы меня никто не видел, и заплакал. Вот. Ну, это был князь такой, Семен. Вот это времена там еще, когда монголо-татарское иго было, там хан Джанибек был такой вот знаменитый. Вот, оно исторический роман такой, очень познавательный, интересный. Интересные словообороты встречаются. И я бы что... Вот это вот сейчас, да, люди болеют, птица болеет, умирает. И там вот описывается эпидемия чумы в этом романе. Вот если хотите, можно найти в интернете, почитать последнюю главу. Это будет, наверное, 120 какая-то, скорее всего, глава там. И вот там есть эпилог. Вот эпилог, вы знаете, ну, сам роман интересный, напряженный, его взахлеб прочитал, я не помню, по-моему, за сутки я его прочитал, этот роман. Вот. Растрогался, а в конце вот прочитал эпилог, пошел, и чтоб меня никто не видел, постоял, слезы попускал. Вот. Кому интересно, можете почитать. Еще раз, Семен Гордый, Дмитрий Балашов был такой писатель. Козы кукурузку доедают. Хорошее подспорье, конечно, была кукуруза. Сейчас вот им отнесу. Немного осталось, совсем немного. У нас не то дождик, не то снег. Дождик, по-моему. Как у нас говорят на Руси, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да? У нас уже гром гремит, а мы еще не крестимся. Знаете, друзья, у нас раньше тоже птица умирала. Я помню, что уже за правило было, даже у меня я пропаивал там весной и осенью, там тоже, как некоторые подписчики пишут. Просто очень давно у нас такого уже не было. Знаете, как расслабился. У нас уже лет 10 ничего подобного такого не происходило.
хороший алоэ. Надо, когда прогноз будет такой, что морозы, надо будет его занести в дом, пересадить горшки и занести в дом. Потому что теплица морозы, наверное, не переживет уже, даже и маленькие. Здесь вот тоже понатекло. Это дождик ночью шел, да, откуда оно текло здесь? Особо непонятно откуда, но растекло, значит, где-то дыры. Вот оно полосой. Друзья, продолжаю здесь вот воевать. Ставлю маячки. Стараюсь в сторону этих вот ляпух не дышать. Вот они вроде бы так и не толстым слоем, но вот этот маячок падал уже вместе с раствором. Так. Вот, этот не падал. Здесь вот половина этой лепешки отпала. Сюда вот так вот набросал немножко отдельным, видите, так вот не сплошняком. Вот тоже стараюсь в эту сторону не дышать. Видите, как оно вот края такие вот как заворачивается. Ну, оно прилипнет. То есть, если я закидываю стену, оно вся стена раз и сползает. Вот, я вот так вот лепешек набросаю. Сейчас сюда вот тоже так вот подбросаю на эту часть стены. Ну, один замес я сделал. В общем, буду по чуть-чуть, несколько этапов это делать. То есть, когда уже в следующий раз буду бросать вот здесь, оно уже будет за что схватиться и не будет сползать. Здесь вот снял опалубку. Продолжаем строительство. Там, друзья, над дверью я проволоку положил. И вот сверху этих вот блочин тоже лежит у меня проволока. Вот, то есть вот здесь вот проволока лежит. Так что не знаю, что там. Здесь такой брус. Здесь вообще вот 6 сантиметров. Даже и так, я думаю, что ему будет? Ничего ему не будет. Тем более оно с раствором арки делают бетонные, ничего с ним не происходит. В общем, потихонечку здесь продолжаю, хотя бы один замес сейчас выработаю. Вот, друзья, вот эту стеночку, ну, от двери в ту сторону, там вверху немножко осталось докидать, потихоньку штукатурю. Здесь вот до верха так вот ляпухи накидал. И вот здесь вот эту стенку тоже, видите, друзья, я вот так вот. В общем, мне посоветовали вот так вот. Здесь отдельные эти упали. Ну, у меня уже раствор закончился. Вот упала лепешка. Там где-то я подкинул на место. Тут вон лепешка упала. Ну, здесь, в общем, получается, они падают по отдельности. Отдельными частями. Вот, ну, отслоилась, одна упала. А если вся стена накидана, вот. Ну, как-то странно, что она сразу не падает. Вот, на штукатуре все оно стоит, потом так вот вся стена сползла вниз. Поэтому вот я вот эти лепешки, они до завтра пристынут, прилипнут. Я продолжу дальше тогда штукатурить завтра. Вот эти маячки подстынут. И на эту стенку набросаю лепешек. Потихонечку, медленно, друзья, конечно, медленно, да, движется все это, но движется. Тут заложил вот так вот, тоже будет штукатуриться. Так, дровишек занес на вечер, там он уже обложил. Растопим баньку. Мне понравилось тут купаться. Прикольненько. И экономия электричества, и тепло. Здорово, как бы, сделал тут все.
друзья. Алиса говорит, папа, уже зима. Ой. Когда будем елку ставить? Так, тут где-то по-моему, вот эта елка. Да. Не помню, как я ее поднимал. Будем сейчас спускать. Здесь вот санки еще своего часа ждут. Это самодельная спинка. Там есть видео, как я ее, кстати, делал. Эту спинку реставрировал. В общем, санки после реставрации и одни, и другие. Советские еще.